Как твои дети? Развод влияет на них? Мой сын не хочет со мной разговаривать, а дочка вообще сбежала вчера. Да ну нафиг. Да, я сказал им, что когда перееду, они могут меня навещать 2 раза в неделю. Но они ведут себя, как будто я скоро сдохну. У нас нападение. Предупредить охрану и включить сигнализацию. Будем, сука, надеяться, что это не преступник. Какого хера тебе надо? Я не тот, кто убил твоего хозяина. Все, что я делал, это снабжал его оружием. Поймешь ли ты, что это не моя вина? Слушай, чел, у меня семья, которой нужна большая...